Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Assassin's Creed Valhalla. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Мачту долой! Мачту! Придется нам грести. Парус поднять! В юности, помню, я слышал историю яростной Калды, чей отец запретил ей сражаться и ходить в походы. Калда обращалась с оружием лучше всех мужчин ее клана. И вот ее возлюбленный Капи позвал ее на свой драккар. Отец Калды вновь запретил ей поход, назвав ее слабой, нежной и мягкой. Калда же презрела его слова и ушла. Всю весну Калда... Расскажешь позже! На чем мы остановились? Всю весну Калда и Гапи разоряли побережье страны франков, разграбив много селений и взяв богатую добычу. А потом, в начале лета, с другим кораблем пришла весть, что мать Калды внезапно умерла. Калда была сражена горем. Она спешно вернулась домой и увидела, что мать, живая и здоровая, стоит подле отца. Калда растерялась. Отец сказал... Убирай мачту! Это я послал весть о смерти твоей матери, ибо ты ослушалась. Теперь ты дома. Здесь и останешься. Эти слова привели Калду в ярость. Ставьте мачту! Убив отца, она бросилась на свой драккар и уплыла навсегда. Наши паруса готовы! Парус! Лови ветер! Пустить парус! Что это ты делаешь? Данвик. Данвик! Пора зажечь огонь. Я займусь этим. Ты будешь говорить. Мы с Бротером и Валдис пойдем к пристани. Не хватало нам сюрпризов. Мы с Озвальдом будем тут, пока не загорится огонь. Главные ворота охраняют. Так ты не войдешь. Ничего, найду способ. Мы присмотрим за тобой. Данвик, избавиться от воинов Руда и зажечь огонь.
ветер! Хребет переломал! Когда загорится огонь, придут остальные воины Руда. Несколько мертвецов в обмен на Восточную Англию и мою жену. Чудный день!
Ты? Я тебя не знаю. Все вопросы задашь королю Восточной Англии. И не забудь преклонить колено. Кто позвал меня? Это ты, Валдис, любимая? Вот еще. 5 лет я была счастлива, не ощущая вонь твоих яиц. Это был я, Рут. Ты? Освальд, пока не король Восточной Англии. И будущий муж Валдис. Забирай людей и уходи. Саксы и Даны едины, Восточная Англия сильна. Набеги нас не страшат. Я вернусь в Данию, а мне и похвастаться нечем. Мы проделали такой путь. Серебро, столько, сколько вешу я. Скот и зерно в избытке. У меня уже есть в 10 раз больше. Что еще предложишь? Вот мое предложение, свинья. Хольмганг, ты и я, на кону твое королевство. Я согласен. Я согласен. Бой насмерть. Бьемся за Восточную Англию. Орех встает! И поле ждет! При первой возможности уводи отсюда Валдиса и ее братьев. Сегодня не их бой. Они нужны Англии. Позволь, я сражусь с ним. Нет, он вызвал меня. Ну что, ты готов? Эвичий король! Я готов! Они отстают. Мы в безопасности. Вроде бы оторвались. Можно немного отдохнуть. Он бился достойно. Был яростен, как пламя. Надо вернуться.
Освальд мог выжить. Да и Рут тоже. Все может быть. Люди Руда воспользуются преимуществом. Нужно готовиться. Мы едем в Нордвик. Будем ждать тебя там. Он погиб как герой. Если Бог отвернется от него, его примут валькирии. Еще один король сгинул. Хватит заливать горе медом. Как мне смотреть в глаза ярлу? Я опять его подвел. Нужно добить то, что осталось от клана Руда. Ударим первыми. Легко сказать. Его люди спрятались в замке Бург, твердыни у моря. У моря? Значит, есть у них и гавань. Да, есть. За железными воротами, а вокруг деревянные колья. Так просто не прорваться. Колья горят. Верно. Но как к ним подобраться? Нагрузим твой корабль маслом, направим к воротам и подожжем. Нас заметят издали. Мы даже к стенам не подойдем. Соберем фирт, поднимем керлов в Восточной Англии. Пусть отвлекут внимание на себя. Чтобы саксы согласились умирать за данов? Не верю. Зря не веришь, Финнер. Во имя Освальда они и не на такое способны. Эй, вы! Слыхали, как погиб Тен Освальд? А, еще бы! Он утащил проклятого Руда прямиком в ад. Руд сгинул, но его клан продолжает разорять этот край. Поможете нам прогнать этих псов прочь? За Освальда? С радостью. Двое смелых саксов — это еще не фирт. Но, может, ты и права. Может, и удастся. Я могу съездить в Эльменхэм, собрать остатки людей Освальда. Но кто еще к нам примкнет? Винстон, риф Тетфорда.
Характер у него не медовый, но за эту землю он встанет насмерть. На руинах к северу от Бурга можно разбить лагерь. Что ж, Финнер, проведаем этого Рива. Надеюсь, что в Тетфорд головорезы Руда не добрались. Пусть так. Но лучше уж хвататься за соломинку, чем жить с пустыми руками. Если не приструнить, наконец, клан Руда, вся восточная Англия хлебнет горя, как и эти земли. И чем же мы заняты? Скачем через болото, чтобы искать помощи у запуганных пахарей. В битве за короля, которого дал им ты, помни? Я должен был найти правителя, а не защищать его потом ото всех опасностей. Озвальд не был коронован, как и женат. Боюсь, твои труды не окончены. Да-да, не напоминай мне о моем провале. Тетфорд, вот и он. Дым и пепел. Люди Руда были здесь. Не зевай, может, они еще рядом. Смело явиться к нам, зная, что это дело рук ваших сородичей. Твои враги, клан Руда. Я здесь от имени павшего Озвальда из Альменхэма. В твоих жилах датская кровь. И это по твоей вине Освальд погиб на горе королевству. Озвальд был мне другом и союзником. Он бился за меня, а я за него. И вот что с ним сталось. Непобедим клан Руда, восточной Англии конец. Примкни к нам, за Озвальда и твоих родичей. Красивые слова, Дан, но людей Тетфорда ждут другие битвы. Коль нужен топор, мой к твоим услугам. К востоку есть деревня Кингсбери. 2 недели назад ее заняли люди Руда. И я не успокоюсь, пока они там. Мы сами освободим деревню. Вы же набираете сил, они нам пригодятся. Смело сказано. Если справишься, то можешь рассчитывать на наши пики. Отвезу эту весть в наш лагерь, Эйвор. Догоняй, когда сможешь. Увидимся там. На башне церкви в Кингсбери есть большой рог. Протруби в него, и я сразу пойму, что дело уже сделано. Тише, друг, все отстроим. Сил не осталось. Эй, Дан! Надо поговорить. Вы меня звали? Мы слышали твой разговор с Ривом. Хотим драться за тебя. Освальд правил честно и много добра сделал. Приятно слышать. Ступайте в руины к северу от Бурга. Там мой отряд. Кингсбери кишит людьми Руда. Здесь лучше не шуметь. Не сбежишь, крыса! Не трогай!
твой день, Лидер! Все вместе! Ты умрешь, пука! Помним о контрудурах! Добычи много. Если дружина поможет, дотащим. В набег! Пора отрубить врог. Сообщить о победе.
вот, наконец, и Рив. Надеюсь, сдержит слово. Мое слово крепко, Рив. Надеюсь, и твое тоже. Все по чести, Дан. Эдвард выступит с тобой против клана Руда. Вместе мы спасем Восточную Англию. Когда-то этот рок созывал в Фирт людей со всей округи. Быть может, его зов услышали и другие. Хорошо. Всех, кто явится, веди к руинам, что к северу от замка Бург. Вперед! Надо без паруса. Здесь поднять парус! Подожди, Скальд. Тихо. Не сейчас. Нужна история. Незадолго до отплытия в Англию. Я один отправился в горы к востоку от Фортуна. Искал лосей, оленей или другую добычу. Но мне не везло, и я так и не нашел ничего достойного моих стрел. Поднявшись на очередной гребень, я увидел впереди округлую гору со странной расселиной в земле, слева направо. Казалось... Там была чистая вода, хотя... Флот братьев, они готовы к атаке. Трубят в Эльмгеме. Значит, Валдис уже там. Стекается со всей округи. И корабли готовы. Рив Тедфорда с нами. Его люди скоро будут. Не только они. Рок Кингсбери слышали по всему королевству. Соберется целое войско. Озвальд все же добился своего. У саксов и данов теперь есть общая цель. Жаль, что он этого не увидит. Все скоро будет готово. Даем сигнал к нападению. Вперед. Наша цель — замок Бург. Говорят, он неприступен. Что ж, тогда мы их удивим. Валдис под покровом тьмы проведет Фирт к главным воротам. Пока защитники замка бьются там, наш флот тихо подойдет ко входу в гавань.
А когда мы прорвемся внутрь, распахнем все ворота настежь. Нельзя дать людям Руда опомниться. Твой дракар, он снаряжен? Готов и ждет своего часа. Все ждут твоих слов, Эйвор. Озвальд не колебался, если кто-то из вас просил о помощи. Он был честен и силен. Он отдал жизнь за свой клан. Почтим его! Почтим память о нем! И будем столь же бесстрашны в бою! За Озвальда! За Озвальда! Время пришло. Пора избавить Восточную Англию от клана Руда. Эйвор, о твоих подвигах в Тетфорде уже всем известно. Помнишь, я рассказывал тебе сон? Ты плыл сквозь Хельхейм на огненном дракаре. Сегодня он сбудется. Сны, явь. Не так уж они и различны. Пламенем объятый, несется на врага. И я по волнам лечу вперед, туда, где слава меня ждет. Готовьтесь. Подонки Руда нас скоро заметят. Сейчас тряхнет! Держись! Давай! Тащите сюда таран! Надо сломать ворота! Вперед! Оживей таран!
Хватит им гавкать! Вперед! За Одина! Освальд, так он жив. Освальд жив! Эйвор, это ты? Заткни пасть, баран! Держись! Осталось немного! За меня не бойся! Останови! Молчать! Вот значит, до чего дошло, брат Волка! Двое данов грызутся за вонючего сакса! Эль нужен этот хрен! Так иди и возьми! Отвлекаем тупи! Слава победителю! Куда не беги! Жалок за твой клан, Ру! Пусть так!
маршрут! Им нужен хозяин, брат Волка. Их судьба служить, а ни нам, ни ровня. Мы с тобой выше этого, выше их! Не тяни меня в бездну, где барахтаешься сам. У этих земель будет король, но им станет другой. Жалкий червяк! Но вы все слепо, если готовы биться за него. За твои труды наградой будут лишь холод и мрак Нифльхейма. Спасибо. Защищаешь этих ничтожеств, этих свиней? Ради клочка земли и обещания мира? Эйвор, нет! Его должно судить Божьим судом, по закону. Мое царствование не начнется с кровопролития. Еще один скандалит. Он должен умереть за все то зло, что причинил. Старые законы ясны. Это земли Освальда. Он король, его слово закон. Эйвор склонится перед королем. Отказать ему значит обесчестить. Восточной Англии не встать с колен без него. А как же твоя честь? Не боишься потерять ее? Сегодня король Восточной Англии пощадил тебя. Так тому и быть. Сострадание всегда добродетель, Эйвор. Даже для тебя. Спасибо. Надо будет спросить Освальда, цел ли он. Освальд жив! Ты храбро бился, дикарь. Да и ты ничего, Сакс. Ну что ж, друзья, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Не забывай ставить лайк. Бай-бай, дорогой братишка.